Привет, меня зовут Мишель. В начале 2017 года я поставила себе несколько целей, чтобы жить более счастливой жизнью. Например, как кушать полезную еду или бегать по утрам. Поэтому в этом видео я подготовила для вас несколько советов о том, как же улучшить свое здоровье, как улучшить свое самочувствие и как стать чуточку счастливее. Поэтому, если вас это заинтересовало, смотрим. Первое, что я бы хотела вам посоветовать, это больше двигаться, больше ходить. Вот серьезно, прямо сейчас, после просмотра этого видео, пишите друзьям и идите гуляйте. Потому что, как мы все знаем, движение – это жизнь. Второй мой совет для худеющих. Пейте больше воды. Найдите в интернете таблицу, которая показывает, сколько литров воды именно вы должны выпить в день. Вода улучшает обмен веществ, и тем самым вы сбрасываете вес. Третий мой совет. Старайтесь правильно питаться. Правильное питание должно быть как образ жизни. Но не все сразу. Начните с малого. Если перед вами стоит выбор, съесть яблоко или же съесть печеньку, выберите яблоко. Четвертый мой совет. Старайтесь готовить дома. Ведь в ресторанах вы не знаете, что вам положили в это блюдо. А при приготовлении дома вы все видите. Если вы пытаетесь похудеть, но ходите в рестораны, даже если вы заказываете салатики, у вас это навряд ли получится, потому что, чтобы этот салатик был вкусный, в него многое добавили. Следующий мой совет – больше путешествуйте. Да, я знаю, что не у всех есть возможность путешествовать, но это так круто познавать мир, видеть вживую то, о чем даже мечтать не мог. Путешествия делают людей счастливее. И сейчас я вам расскажу, как стать на шаг ближе к какой-нибудь поездке. Собирайте деньги. Как бы банально это ни звучало. Найдите банку, напишите на ней, для чего вы собираете эти деньги, чтобы у вас была мотивация. И ведь всегда, когда мы приходим домой, у нас лежит мелочь в кармане. Так вот, не оставляйте эту мелочь там. Все, что у вас осталось в кармане, кладите в эту банку. И я вас уверяю, когда вы через время посмотрите на сумму, вы приятно удивитесь. Следующий мой совет – это просыпаться рано. Я сама учусь в школе, и мне приходится вставать в 7 утра. И как бы мне не хотелось это признавать, но вставать рано – это круто. Часто люди жалуются, что им не хватает часов в сутках. Но если ты будешь просыпаться раньше, твой день будет длиться дольше, и ты больше успеешь. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы поставите пальчик вверх и подпишитесь на мой канал. А также напишите в комментариях внизу, если вы уже что-то делаете из тех вещей, которые я вам посоветовала. Спасибо за просмотр. Пока.